знаете, что-то между пудингом и йогуртом. Очень нежная, ароматная, такая вкусная масса. Привет, вы на канале «Прошу к столу». Все мы с вами любим десерты. И, конечно же, хочется всегда их готовить из тех продуктов, которые у нас есть дома. Так вот, я сегодня с вами поделюсь таким замечательным рецептом, где основа – это молоко. В сотейник наливаю молоко. Добавляю крахмал. Все пропорции, как всегда, вы найдете внизу под видео. Немного ванилина и сахар. И теперь все хорошо перемешиваю. Все сухие продукты растворились, теперь пойдем к плите. Ставим сотейник на средний огонь и постоянно помешиваем. Как только масса начнет густеть и закипать, снимаем с огня. Теперь молочный пудинг надо остудить. Закрываю пищевой пленкой в контакт и отправляю в прохладное место. Пока остывает молочный пудинг, я подготовлю ягоды. Свежую клубнику измельчу блендером. Подходят также и замороженные ягоды. Пудинг остыл. Теперь я убираю пленку и перекладываю пудинг к клубнике. Вообще, чем мне нравится вот этот десерт, что здесь можно регулировать количество сахара. Я положила совсем немножко, буквально чуть больше чайной ложки. Клубника будет сладкая, ваниль тоже дает аромат и некую сладость. И что еще очень здорово, что можно использовать разные ягоды, которые у вас есть, и свежие, и замороженные. Теперь хорошо взбиваем блендером до однородной массы. Вот такой красивый получается у нас десерт. Теперь наполняем стаканчики десертом. Десерт обязательно украшаем. Мы же все любим, чтобы было не только вкусно, но и красиво. Креманки наполнены, теперь поставлю их в холодильник. Буквально минут на 30, чтобы десерт охладился. Ну что, друзья, давайте скорее попробуем, что же у нас получилось. Здорово, очень интересно. Знаете, что-то между пудингом и йогуртом. Очень нежная, ароматная, такая вкусная масса. Я не знаю, ну вот как назовем? Скажите ваше предложение, напишите обязательно в комментариях. Я думаю, что детям это обязательно понравится. Ну, конечно, ягоды и молоко. Продукты, которые всегда у нас есть дома. Но ягоды, если не свежие, то замороженные обязательно в морозилке лежат. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, если вы еще не подписались. Включайте колокольчик и не пропускайте новые видео. Прошу к столу и приятного вам аппетита!